В соответствии с решением городского муслихата накануне Дня Победы ветеранам произвели выплаты. Из бюджета Уральска на это предусмотрели почти 175,5 миллионов тенге. Для социальной помощи ветеранам боевых действий и тыловикам подготовили социальную помощь от государства. Горожан, которым полагается такая поддержка, поделили на 15 категорий. Среди них ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, тыловики, участники боевых действий в горячих точках и многие другие. Самая большая выплата была произведена ветеранам Великой Отечественной войны, которых осталось всего 13 человек. На их счета перечислили по 1,5 миллиона тенге. Тыловикам 300 тысяч тенге, гражданам, работающим перед блокадой в городе Ленинграде, 120, несовершеннолетним узникам концлагерей 120 тысяч тенге.